Глава 10, в которой мы оставляем Кристофера Робина и Винни-Пуха в зачарованном месте. Кристофер Робин куда-то уходил. Совсем. Никто не знал, почему он уходит. Никто не знал, куда он уходит. Да-да, никто не знал даже, почему он знает, что Кристофер Робин уходит. Но по той или иной причине всем в лесу чувствовали, что это в конце концов должно случиться. Даже Сашка Букашка, самый крошечный родственник и знакомый кролика, тот, который думал, что однажды видел ногу Кристофера Робина, но был в этом не вполне уверен, потому что он легко мог и ошибиться. Даже СБ сказал себе, что положение дел меняется, а рано или поздно два других родственника и знакомых сказали друг другу: «Ну рано и ну поздно». Таким безнадежным голосом, что было ясно, ждать ответа нет никакого смысла. И однажды, почувствовав, что он больше ждать не может, кролик оставил сообщение. И вот что в нем говорилось. Сообщение. Все-все-все встречаются возле дома на Пуховой опушке, принимают резолюцию и сперва слева по порядку номеров. Подпись кролик. Ему пришлось переписать это 2-3 раза, пока он сумел заставить резолюцию выглядеть так, как ей полагалось выглядеть с точки зрения кролика. Зато, когда наконец-то труд был окончен, он оббежал всех и всем прочел свое произведение вслух. Все-все-все сказали, что придут. Ну, сказал я, и увидев процессию, направляющуюся к его дому. Это действительно сюрприз, а я тоже приглашен, не может быть. Не обращай внимания на Ия, шепнул кролик Пуху. Я ему все рассказал еще утром. Все спросили у Ия, как он поживает, и он сказал, что никак ни о чем говорить. И тогда все сели, и как только все уселись, кролик снова встал. Мы все знаем, почему мы собрались, сказал он. Но я спросил моего друга Ия. Это я, сказал Ия, звучит неплохо. Я просил его предложить резолюцию. И кролик сел. Ну давай, Ия, сказал он. «Прошу не торопить меня», — сказал Ия, медленно поднимаясь. «Прошу не... ну давай, Кать». Он вынул из-за уха свернутую трубкой бумагу и не спеша развернул ее. «Об этом никто ничего не знает», — продолжал он. «Это сюрприз». С достоинством откашливаясь, он снова заговорил. «Словом, в общем и целом, и так далее, и тому подобное, прежде чем я начну, или, пожалуй, лучше сказать, прежде чем я кончу, я должен вам прочесть поэтическое произведение. Доселе это трудное слово, означающее... Ну, вы сейчас узнаете, что оно означает. Доселе, как я уже говорил, доселе вся эта поэзия в лесу создавалась Пухом, медведем с милым характером, но... разительным недостатком ума. Однако поэма, которую я намереваюсь прочесть вам сейчас, была создана Ия, то есть мною, в часы досуга. Если кто-нибудь отберет у младенца ру орехи, а также разбудит сову, мы все сможем насладиться этим творением. Я называю его даже стихотворением. Стихотворение сочинил осел Ия. Кристофер Робин уходит от нас. По-моему, это факт. Куда, никто не знает, но он уходит, увы. Да, он нас покидает. Вот рифма к слову знает. Мы все огорчены. Тут рифма к слову, увы. Нам всем и правда грустно. Теперь все это трудно. Неплохо. Так и нет рифма к слову факт. Досадно. А ведь теперь нужно еще рифма к слову досадно. Досадно. Пусть эти два досадно рифмуют друг с другом. Ладно, я живу, не так-то легко написать очень хорошую строчку. И лучше бы все сначала начать, но легче поставить точку. Нет, Кристофер Робин, мы все здесь твои друзья, не так. Мы все здесь друзья, твоя опять не так. В общем, прими нам прощание от всех, пожелание успех. Не так, прими пожелание успехов от всех. Фу ты, вот неуклюжие слова. Что-нибудь всегда получается не так. Словом, мы все тебе их желаем. Ты молодец. Конец. Если кто-нибудь намерен аплодировать, сказал Ия, прочитав все это, то время настало. Все захлопали. Благодарю вас, сказал Ия. Я приятно удивлен и тронут, хотя, возможно, аплодисментам и не хватает звучности. Эти стихи гораздо лучше моих, с восторгом сказал Винни-Пух. Я не действительно был в этом уверен. Что ж, скромно объяснил Ия, так и было задумано. Резолюция, сказал кролик, такая, что мы все это подпишем и отнесем Кристоферу Робину, и резолюция была подписана. Пух, сова, пятачок, Ия, кролик, кинга, большая клякса, это была подпись тигра, и три маленькие кляксы, это была подпись крошки Ру.
и все отправились к дому Кристофера Робина. «Здравствуйте, друзья», — сказал Кристофер Робин. «Здравствуй, Пух». Все они сказали «Здравствуй», и вдруг всем стало как-то грустно и не по себе, ведь получалось, что они пришли прощаться, а им очень-очень не хотелось об этом думать. Они беспомощно сбились в кучу, ожидая, чтобы заговорил кто-нибудь другой, и только подталкивали друг друга, шепча: «Ну, давай ты». И мало-помалу вперед вытеснили и я, а все остальные столпились за ним. «В чем дело?» — я спросил Кристофер Робин. Я помахал хвостом, очевидно, желая себя подбодрить, и начал. Кристофер Робин сказал: «Мы пришли, чтобы сказать, чтобы передать, как это называется, сочинял один, но мы все знаем, но ты понимаешь сам. Мы, ты, короче, чтобы не тратить много слов, вот». Он сердито оглянулся на всех и сказал: «Весь лес тут собрался, совершенно нечем дышать. В жизни не видел такой бессмысленной толпы животных, и главное, все не там, где надо. Неужели вы не понимаете, что Кристофер Робин хочет побыть одному? Я пошел». И он поскакал прочь. Сами хорошенько не понимая, почему, остальные тоже начали расходиться. Когда Кристофер Робин закончил чтение стихотворения и поднял глаза, собираясь сказать спасибо, перед ним был один Винни-Пух. «Это очень трогательно», — сказал Кристофер Робин, складывая бумажку и убирая ее в карман. «Пойдем, Пух». И он быстро заскакал по дороге. «Куда мы идем?» — спросил Пух, стараясь поспеть за ним и одновременно понять, что им предстоит. «Экспедиция или еще кое-нибудь, я не знаю что». «Никуда», — сказал Кристофер Робин. Что ж, они пошли туда, и после того, как они пошли порядочный кусок, Кристофер Робин спросил: «Пух, что ты любишь делать больше всего на свете?» «Ну», — ответил Пух, — «я больше всего люблю». И тут ему пришлось остановиться и подумать, потому что, хотя кушать мед — он очень приятное занятие, то есть такая минутка как раз перед тем, как ты примешься за мед, когда тебе еще приятнее, чем потом, когда ты уже ешь. Но только Пух не знал, как эта минутка называется. Еще он подумал, что играть с Кристофером Робином — тоже приятное дело. И играть с Плечком — это тоже очень приятное дело. И вот когда он все это думал, он сказал: «Что я люблю больше на всем свете, это когда мы с Плечком придем к тебе в гости, и ты говоришь: ну как тебе, не пора ли подкрепиться? А я говорю: я бы не возражала, ты как пятачок, и день такой шумелочный, и все птицы поют. А ты что больше всего любишь делать?» «Это все я тоже люблю», — сказал Кристофер Робин. «Но я, что я больше всего люблю делать, это, ну, ничего». «А как ты это делаешь?» — спросил Пух после очень продолжительного размышления. «Ну вот спросят, например, тебя как раз, когда ты собираешься это делать. Ну что ты собираешься делать, Кристофер Робин?» «А ты говоришь: да ничего, а потом идешь и делаешь». «А, понятно», — сказал Пух. «Вот, например, сейчас мы тоже делаем такое ничегошное дело». «Понятно», — повторил Пух. «Например, когда просто гуляешь, слушаешь то, чего никто не слышит и ни о чем не заботишься». «А», — сказал Пух. Они шли, думая о том и о сём, и постепенно не добрались до зачарованного места, которое называлось еще Капитанский мостик, потому что оно было на самой вершине холма. Там росло 60 с чем-то деревьев, и Кристофер Робин знал, что это место зачаровано, потому что никто не мог сосчитать, сколько тут деревьев, 63 или 64. Даже если он привязывал каждому сосчитанному дереву бечевки. Как полагается, в зачарованном месте земля тут была другая, не такая, как в лесу, где росли всякие колючки, папоротника, лежали иголки. Здесь она вся заросла ровной-ровной зеленой травкой, гладкая, как газон. Это было единственное место в лесу, где можно было сесть и спокойно посидеть, и не надо было почти сразу же вскакивать в поисках чего-нибудь другого. Наверное, потому что на Капитанском мостике вы видели все-все-все на свете, во всяком случае, до того самого места, где нам кажется, небо сходит с землей. И вдруг Кристофер Робин начал рассказывать Пуху всякие интересные вещи про людей, которых называют королями и королевами, и про еще каких-то, которые называют купцами, и про то место, которое называется Европой, про потерянный остров посреди моря, куда не приходят корабли, и как сделать насос, если нужно, и как в рыцари посвящали, и какие товары мы получаем из Бразилии. Винни-Пух, пристанившись спиной к одному из 60 с чем-то деревьев и сложив лапки на животе, говорил: «Ох, и понятно, и не может быть». И думал о том, как бы было чудесно, если бы в голове у него были не опилки, а настоящий ум. И мало-помалу Кристофер Робин рассказал все, что знал, и затих, и сидел, глядя с Капитанского мостика на весь белый свет, и желая, чтобы так было всегда. А Пух продолжал размышлять, и вдруг он спросил Кристофера Робина: «Это очень хорошо, когда тебя посвистят, эти, ну, как ты говоришь?» «Чего?» — спросил Кристофер Робин, нехотя, словно прислушиваясь к тому-то другому. «Ну, в эти, на лошадке», — объяснил Пух. «Посвистят в рыцари?»
Охотка это называется скалпуха. Я думала, это по свиньям. Ну ладно. Они не хуже короля и купца, и всех остальных, про которых ты говорил. Ну, поменьше короля, спел Кристофер Робин, и тут же заметив, что пух кажется очень огорчен, он поспешно добавил. Но побольше купца. А медведь тоже может с этим? Конечно, может, сказал Кристофер Робин. Я тебе сейчас поспешу. Он взял палочку и слегка ударил Винни-Пуха по плечу и сказал: «Стань, сэр Винни-Пуху, да медведь, вернейший из моря рыцарей». Понятно, Пух встал, а потом опять сел и сказал: «Спасибо, как полагается говорить, когда тебя посвятили в рыцаря». И незаметно он снова задремал, и во сне он и сэр Насос, и сэр Остров, и купцы жили все вместе, и у них была лошадка, и все они были верными рыцарями доброго короля Кристофера Робина. Все, кроме купцов, которые смотрели за лошадкой. Правда, время от времени он качал головой и говорил про себя: «Я что-то перепутал». А потом он начал думать обо всех вещах, которые Кристофер Робин захочет рассказать ему, когда вернется оттуда, куда он собирался уходить. И как тогда трудно будет бедному медведю с опилками в голове ничего не перепутать. И тогда, наверное, грустно сказал он про себя, Кристофер Робин не захочет ничего больше рассказывать. Интересно, если ты верный рыцарь, неужели ты должен будешь только верным рассказывать, тебе ничего не будут? Тут Кристофер Робин, который все еще смотрел в пространство, подперев голову рукой, вдруг окликнул: «Пух! Что?» — сказал Пух. «Когда я буду? Когда?» «Пух! Что, Кристофер Робин? Мне не придется больше делать то, что я больше всего люблю. Никогда, ну может иногда, но не все время, они не позволят». Пух ждал продолжения, но Кристофер Робин опять замолчал. «Что же, Кристофер Робин?» — сказал Пух, желая ему помочь. «Пух, когда буду? Ну ты знаешь, когда я уже не буду ничего делать, ты будешь иногда приходить сюда?» «Именно я?» «Да, Пух. А ты будешь приходить?» «Да, Пух, обязательно, обещаю тебе». «Это хорошо», — сказал Пух. «Пух, обещаю, что ты меня никогда-никогда не забудешь. Никогда-никогда. Даже когда мне будет 100 лет». Пух немного подумал. «А сколько тогда мне будет? 99». Винни-Пух кивнул. «Обещаю», — сказал он. Все еще глядя вдаль, Кристофер Робин протянул руку и подал лапку Пуха. «Пух, серьезно», — сказал Кристофер Робин. «Если я буду не совсем такой», — он остановился и попробовал выразиться иначе. «Пух, ну что бы ни случилось, ты ведь всегда поймешь, правда? Что пойму?» «Ничего!» Мальчик засмеялся и вскочил на ноги. «Пошли!» — куда, спросил Винни-Пух. «Куда-нибудь», — сказал Кристофер Робин. И они пошли. Но куда бы они ни пришли, и что бы ни случилось с ними по дороге, здесь, в зачарованном месте, на вершине холма в лесу, маленький мальчик будет всегда-всегда играть со своим медвежонком. Конец.